«Звездная ночь» — это одно из самых известных и популярных произведений современного искусства XIX века. Картина как нельзя лучше передает уникальный и неповторимый стиль величайшего голландского художника. В 1888 году Винсенту ван Гогу после нападения на поле Гогена и отрезанной мочки уха был поставлен печальный диагноз — эпилепсия височных долей. В этом году великий художник жил во Франции в городке Арль. После того, как жители этого города обратились в мэрию с коллективной жалобой на буйного живописца, Винсент ван Гог оказался в Сен-Реми-де-Прованс, поселке для душевно больных людей. За год проживания в этом месте художник написал более 150 картин, среди которых и этот самый известный шедевр изобразительного искусства. Отличительной особенностью картины является невероятный динамизм, который красноречиво передает душевные переживания великого художника. Изображения в лунном свете в то время имели свои древние традиции. И тем не менее, ни один художник не мог передать такую силу и мощь природного явления, как Винсент ван Гог. «Звездная ночь» не написана спонтанно, как многие произведения мастера. Она тщательно продумана и скомпонована. Невероятная энергия всей картины сосредоточена главным образом в симметричном, едином и непрерывном движении серпа Луны, звезд и самого неба. Переполняющие внутренние переживания удивительным образом уравновешены благодаря изображенным на переднем плане деревьям, которые в свою очередь уравновешивают всю панораму. «Звездная ночь» была не первой попыткой ван Гога изобразить ночное небо. В 1888 году в Арле он написал «Звездную ночь над Роной». Ван Гог хотел показать «Звездную ночь», созданную силой воображения, более удивительную, чем ту, что можно наблюдать в реальности. В одном из писем он описывал сюжет будущей картины «Звездная ночь с кипарисами» и, возможно, над полем спелой пшеницы. Свой замысел ему удалось осуществить в Сен-Реми. В целом, при рассмотрении данной картины чувствуется виртуозная работа художника с цветом. При этом экспрессивное искажение достаточно хорошо подобрано с помощью уникальной техники мазков и сочетания цветов. Также наблюдается равновесие светлых и темных тонов на полотне. Слева внизу темные деревья компенсируют высокую яркость желтой луны, которая расположена в противоположном углу. Основной динамический элемент картины – это спиральный завиток почти в середине полотна. Он придает динамику каждому элементу композиции. Стоит также отметить, что звезды и луна кажутся более подвижными, чем остальные.